Так, стоп. Я разве знаю как? Да блин, я ее забыла взять. Ай, ладно, она нам не понадобится. Берем шапочку и засовываем руки внутрь ладошка к ладошке. Сначала растягиваем шапку, натягиваем на лоб, ну а потом на всю голову. Далее делим волосы на две части. Первую заправляем за левое ухо, ну а вторую за правое. После из волос делаем канат, скручиваем в одну сторону. Ну а далее заправляем их под шапочку. Лайфхак готов? Пользуйтесь!